Здравствуйте, уважаемые любители спорта на телеканале НТ. Специальный выпуск программы «Таймаш». Меня зовут Жолдош Исаков. И сегодня мы будем смотреть лучшие схватки чемпионата Кыргызской Республики по вольной борьбе, который прошел вот совсем недавно. И первая схватка весовой категории до 57 килограммов. Встречаются Бекболот Мырзаназар Улу и Хуршит Парпиев. Хуршит Парпиев представляет Республиканское училище Олимпийского резерва ОШ. Его соперник Бекболот представляет РОР столичный. Итак, если перейдем к ознакомлению с этими ребятами, сейчас смотрим за ногу. Вроде как хорошо ухватился Бекболот Мырзаназар Улу, но вот в итоге довести до ума, скажем так, этот прием он не сумел. Итак, начнем. Хуршит Парпиев, он в красном трико, представляет ОШский РОР. И он, конечно же, более известен любителям вольной борьбы. Хуршит Парпиев является членом юношеской сборной. Также совсем недавно, в сентябре 2016 года, Хуршит Парпиев завоевал серебряную медаль чемпионата мира, который проходил во Франции. И в финале тогда Парпиев проиграл американскому спортсмену со счетом 9-11 и сумел взять серебро чемпионата мира среди молодежи. Итак, сейчас судья сделал замечание и дал 30 секунд Парпиеву на то, чтобы провести результативное действие по правилам современной борьбы. В случае, если... Да, здесь еще одно замечание. И просит не хвататься за пальцы. Так, иногда, конечно, вы замечали, закручивают друг другу пальцы спортсмены. Это, конечно же, запрещено. Смотрим за этой схваткой. 30 секунд сейчас отведены Парпиеву на то, чтобы провести прием. Пытается выйти за спину своему сопернику Парпиев. Это ему не удается. Удержал соперника в такой позиции, удобной для себя Бекболот. И пока счет 0-0. Ну что ж, время вышло. Сейчас. Теперь еще делает замечание судья. Вот проход в ноги. Сумеет ли теперь заработать очки, баллы? Бекболот будем смотреть. Очень сложной ситуации оказался Хуршит, но пока даже вытолкать за пределы ковра его Бекболот не может. Ну и пока не доведен до конца этот прием, остается... Да, все-таки бросок засчитают. Бросок был совершен в пределах ковра, хотя оба спортсмена уже после этого упали за пределы, но двухочковый бросок засчитан Бекболоту Мырзаназар Улу. Продолжаем смотреть. Если говорить о Хуршите Парпиеве, то Парпиев также в прошлом году принимал участие во многих турнирах. Например, в этом году, буквально месяц назад, он принимал участие на Кубке Тахти по вольной борьбе. Этот турнир традиционный проходит он в Иране. И тогда Кыргызстан с такими командами, как Украина, Ирак. И вот первую встречу со сборной Украины кыргызстанцы, увы, провалили, проиграли со счетом 6-2. А вот во втором туре встретились кыргызстанцы с иракцами, и 6 побед тогда было одержано. В матче в матчевой встрече со сборной Украины Хуршит Парпиев одержал победу над украинцем Арменом Аракеляном. А вот во втором туре против сборной Ирака свою схватку, увы, Хуршит Парпиев проиграл. Ну что ж, первый период завершен. Счет 0-2 по-прежнему в пользу Бекболота Мырзаназар Улу, столичный РОР. Здесь, да, очень хороший прием в исполнении Парпиева. 2 балла он зарабатывает. Такой вот интересный прием в его исполнении. 2 балла на счету Парпиева. Должен свистеть судья, потому что очень много времени сейчас потратил Парпиев на то, чтобы повторить свой прием. Ну и счет становится 4-2 уже в пользу
борца в красном трико Хуршид Парпиев, Республиканское училище Олимпийского резерва, город Ош. Теперь уже Бекболот Мырзаназар Улу в роли отыгрывающегося спортсмена, и ему надо, конечно же, действовать. Продолжаем наблюдать за этой схваткой. Попытка Бекболота пройти ноги не удалась. Проход есть, но вот самостоятельно развесил успех, нет. Избежал захвата в этой ситуации Парпиев и пытается удержать соперника. Ну что ж, борьба продолжается уже в стойке. Я еще раз напомню, что сегодня мы смотрим лучшие схватки недавнего чемпионата Кыргызской Республики по вольной борьбе. Проходил он традиционно в столичном дворце спорта. И схватка продолжается. Весит до 57 килограммов. Встретились Хуршид Парпиев, он в красном трико, и Бекболот Мырзаназар Улу. Проход есть, ну пока баллов нет. Да, 2 балла еще получил Хуршид Парпиев. Вновь он повторяет свой трюк, скажем. Ну, есть время. Говорят, что надо проводить. Вот он есть. Засчитали этот прием сейчас Хуршиду Парпиеву. Итого у него уже 10 баллов. 10-2. Мы видим, что совещаются судьи. Наверное, решают, засчитывает ли последний бросок. Да, засчитали последний прием Хуршиду Парпиеву. 10-2 в его пользу. Хотя первые очки завоевал именно его соперник Мырзаназар Улу. Но в итоге видим, что за счет опыта лучше оказался Хуршид Парпиев. Вновь попытка прохода в ноги в исполнении Бекболота. Ну и видим, что откровенно. Ну что ж, довольно убедительная победа представителя южной столицы Хуршида Парпиева, и он становится чемпионом Кыргызстана 2017 года по вольной борьбе весовой категории до 57 килограммов. Сейчас мы увидим награждение этих спортсменов. Отметим, что бронзовые медали чемпионата страны взяли Алмаз Исманбеков Роор и Куанычбек Таштанбеков Роор. Идем далее. Весовая категория до 61 килограмма. Эта схватка прошла во второй день. Встретились в финале. Оба представляют дирекцию по олимпийским видам спорта Улукбек Джилдошбеков и Эрназар Акматалиев. Если говорить об этих спортсменах, то понятно, что Улукбек Джилдошбеков более известный спортсмен, более знаком, скажем так, любителям спорта и вольной борьбы в частности. Улукбек Джилдошбеков, напомним, является чемпионом Азии среди кадетов, призером чемпионата Азии среди взрослых, неоднократный чемпион республики. И вот в финале, весит до 61 килограмма, он встретился с Эрназаром Акматалиевым, партнером по сборной страны и чемпионом Кыргызстана прошлого года. Так что очень такой достойный соперник вышел против Джилдошбекова. Попытка пройти не прошла, не удалась, и схватка продолжена. После Олимпиады в Рио в 2016 году такая ситуация сложилась, что очень часто критиковали работу тренеров по всем видам спорта. Увы, вы знаете, наша олимпийская сборная вернулась без медалей с Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Ну и только вот
тренерскую работу в спортивной борьбе признали удовлетворительной. И совсем недавно Руслан Маджинов, главный тренер сборной Кыргызской Республики по вольной борьбе, утвердил должность на ближайший олимпийский цикл. На 4 года до Олимпиады 2020. Ну что ж, очень надеемся, что в итоге кыргызстанцы дадут нам медали. В этом нас все время заверял национальной сборной, резерв чемпионата мира среди студентов. Также никто балл сейчас не получит. Что ж, время завершено. Первый период завершился без каких-либо результативных действий. И вот 30 секунд, которые были отведены Улымбеку Джолдошбекову, прошли. Результативных действий с его стороны не было за то, что не сумел он провести какой-нибудь прием. Один балл присуждает его сопернику. Здесь ошибку, конечно, совершил его соперник Эрназар, пытаясь совершить прием. Упал и... Владимир Лужбеков, конечно же, воспользовался этой ситуацией. 2 балла он заслужил. И, конечно, здесь объявляют по дворцу тренера. Чинарбек Изабеков. Тренером Улыбека Джолдошбекова является заслуженный Асылбеков. Ну что ж, первый период вначале дали Джолдошбекову на то, чтобы провести прием. Он этим не воспользовался. Один балл был присужден его сопернику. Затем сам ошибку допустил уже Эрназар, пытаясь провести атаку, и этим воспользовался Джолдошбеков, завоевал свои 2 балла. 2-1 сейчас впереди Улымбек Джолдошбеков, борец в синем трико. 50 секунд у нас позади. Пока второй период без результативных действий. Доктор Бекулу Элеванден, машкуручсу. Birinci başkurucusu Kırgız Respublikası'na emek sinirgen başkurucu Şairbek Bekbaliyev ellerin arasında çarşı oturttu. Такая вот ситуация. 1993 жылды. Пока arasında, не могут Шабдан Аргумбаевтың маркушларды Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген башкуруучу Жумабек Токтоболотов. Продолжается стойки. Ну и курс нового тренерского штаба. Здесь 2 балла засчитывает Улымбек Джолдошбекову. Еще 2 балла дополнительно. Я честно проглядел этот эпизод, за что еще дополнительно дали 2 балла. Здесь ошибается сам Улымбек. Эрназар получает 2 балла. Попытка развить свой успех неудачная. Еще есть время, конечно же, и у Эрназара для того, чтобы перехватить инициативу. Мы видим, что Улымбек Джолдошбеков
принципе, контролирует. Нет, здесь за что бал? Да, предупреждение получает. Один из спортсменов без балла. Ну, яростные попытки атаковать Эрназара Акматалиева. Требует активности судья. Ну, здесь допускает ошибку Акматалиев и на прогиб бросает своего соперника. Ну что ж, в итоге именно этот бросок признали самым лучшим на чемпионате Кыргызстана 2017 года. В скором времени, знаете, очень много турниров стартует, и будем надеяться, что клубники очень хорошо на них выступят и сумеют принести медали нашей сборной. Итак, в этой весовой категории чемпионом стал Улукбек Жолдошбеков. Эрназар Акматалиев, его соперник, стал серебряным призером. А Далыбай Улу Нурсултан из Юр-Академии и Эдиль Кадырбек Улу из Республиканского училища Олимпийского резерва становятся бронзовыми призерами. Ну что ж, идем далее. Весовая категория до 74 килограммов. И в этой весовой категории встретились Муслим Ивлоев, дирекция по олимпийским видам спорта, и его соперник Айбек Насыров. Он в красном трико, представитель славной южной столицы. Отметим, что после завершения Олимпиады в Рио руководством госагентства было принято о том, чтобы завершить сотрудничество с легионерами, которые представляли Кыргызстан на Олимпийских играх. И не только на Олимпийских играх, вообще с целой когортой легионеров распрощалась наша сборная, и теперь по утверждению госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта будет курс взят на омоложение и будет взят курс на то, чтобы использовать, по крайней мере, очень малое количество легионеров. Одним из таких, кто продолжает бороться за право выступать в составе сборной Кыргызстана по вольной борьбе, является Муслим Евлоев. Он представитель Республики Ингушетия Российской Федерации. И вот дошел до финала. Мы, кстати, посмотрели полуфинальные схватки. Очень уверенно выступает Евлоев. И в полуфинале своего соперника он победил досрочно. Здесь попытка Айбека Насырова провести прием не удалась. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы наши кыргызские ребята сумели, так скажем, выдавить легионеров из состава сборной Кыргызстана. Схватка продолжена. Ну и видим, что пока без результативных действий обходятся спортсмены. Пытался пройти в ноги. Ну, 30 секунд дают борцу в красном трико, Айбеку Насырову. Ему, конечно, надо действовать активно, чтобы не дать заработать балл сопернику. Как я уже сказал, очень уверенно свой путь до финала прошел Муслим Ивлоев. И вот в финале вышел на Айбека Насырова. Айбек Насыров также очень хорошо провел полуфинальную схватку. Сейчас видим, что балл зарабатывает Муслим за то, что за отведенные 30 секунд не сумел провести результативного действия. Ну что ж, подножка очень удачная. Прием проведен в стойке. Теперь 4 балла зарабатывает Айбек Насыров. Очень хорошая затея, удалась.
борцы. Ну что ж, 4-1, по идее. Балл еще заработал Геннадий Евлоев после того, как 30 секунд провел без результата. Олег Насыров, сейчас он лидирует по итогам первого периода, 4-1 в его пользу. Итак, сейчас перерыв. И схватка будет продолжена. 4-1 впереди Олег Насыров, город Ош. Напомним, что мы смотрим чемпионат Кыргызстана. Финал весовой категории до 74 килограммов. В синем трико Муслим Юлаев. Дирекция по олимпийским видам спорта. И против него Айбек Насыров, город Ош. В красном трико. Проход ноги. Удалась. Сейчас, конечно, надо лечь на живот Насырову. 2 балла получает Муслим. Пытается развить успех. Время вышло. 4-3 по-прежнему впереди Насыров, несмотря на то, что последнее результативное действие остается за Муслимом Евлоевым. Департамент по олимпийским видам спорта. Дирекция, извините. Ну что ж, и отметим, что по новым правилам, в случае, если даже равны будут по очкам Евлаев и Насыров, то в любом случае впереди будет Насыров. За то, что он провел более качественный бросок. Нет, сейчас 2 балла зарабатывает Илаев. Теперь он впереди. 5-4 в пользу Муслима. Теперь уже Айбеку Насырову надо действовать активнее. Для того, чтобы сработать нужные баллы. Подходит к своему завершению эта схватка. Весь зал поддерживал Айбека Насырова, представителя славного города Ош. Лайф. Надо принимать контрмеры Насырова. Время вышло, никто из них балл не заработал, но по-прежнему впереди Муслим Евлаев. Еще раз отметим, что Муслим Евлаев является уроженцем Республики Ингушетия Российской Федерации. Удачная Олега Насырова. Время сейчас играет против Айбека. Попытка пройти не удалась. 2 балла еще зарабатывает Евлаев. Итого 7-4 в пользу Муслима. Сильно постараться Айбеку Насырову для того, чтобы одолеть соперника. Время вышло, последнее результативное действие не засчитывалось Евлаеву, но тем не менее победителем в этой схватке выходит именно он. Ну что ж, Муслим Евлаев, дирекция по олимпийским видам спорта. Становится он чемпионом Кыргызской республики в весе до 74 килограммов на чемпионате нашей республики по вольной борьбе. А кыргызстанцы Бекжан Камчебеков, средняя школа номер 5, и Исхакбек Шапоков, дирекция по олимпийским видам спорта, становятся бронзовыми призерами чемпионата Кыргызстана. Идем далее. Весовая категория до 86 килограммов. Сейчас в синем трико Саякбай Усупов и в красном трико Бахтияр Карагул Улу. Оба представляют дирекцию по олимпийским видам спорта. И сразу видим, как очень активно начинает схватку
Сагбай Усупов. Ну, пока. Балл. Нет, получит в этой ситуации. 2 балла получает Сагбай Усупов. И схватка продолжена. Сразу отметим, что на этом чемпионате, конечно же, присутствовал главный тренер сборной Кыргызской Республики по вольной борьбе Руслан Маджинов. Очень внимательно наблюдал за схваткой борцов. И, конечно же, он уже имеет полное представление о состоянии физическом борцов, которые на сегодняшний день принимают участие на чемпионате Кыргызстана по вольной борьбе. Отметим, что Сагбай Усупов является бронзовым призером чемпионата Азии по вольной борьбе. Если говорить о вообще спортивной борьбе, отметим, что совсем недавно также во Дворце спорта завершился чемпионат Кыргызской Республики по греко-римской борьбе. Очень интересные схватки там тоже проходили. И вот пришел черед вольников определить сильнейших и определить состав сборной Кыргызстана, как я уже говорил. Я сейчас не буду подробнее останавливаться на каких турнирах, но уже начиная с марта очень много выездов ждут кыргызстанцев на международные турниры. Они поедут, и, естественно, это возможность посмотреть на соперников и показать себя. Здесь видим, что Усупов вновь проходит. 2 балла очередные он зарабатывает. Что ж, 2 балла Усупов. Итого 6-0. Если говорить о спортивной борьбе в целом, то за 2016 год борцы греко-римского, вольного стиля и женской борьбы завоевали 24 медали на азиатских чемпионатах. Продолжается схватка. Первый период уверенно лидирует Сагбай Усупов. Пока, честно говоря, не видно, за счет чего Бахтияр Карагул-Уулу сможет переломить ход встречи. Вновь проход Супова. Ну, время вышло. Ну что ж, я думаю, сумел бы завершить он это результативное действие. Прозвучал свисток, передышка, и будем смотреть второй период. По итогам первой половины встречи лидирует Сагбай Усупов со счетом 0-6. Оба борца представляют департамент по олимпийским видам спорта. И видим, что на заднем фоне сидит Чинарбек Изабеков, двукратный чемпион мира среди ветеранов. О нем мы подробный сюжет делали ранее в рамках нашей передачи «Таймаш». И, естественно, он также приехал посмотреть на нынешних спортсменов. ...08 впереди Сагбай Усупов. И, как я уже говорил, наверное, повторюсь, пока незаметно, за счет чего Карагул-Уулу сумеет победить Усупова. Вновь проход в ноги удачен. Усупов поднимает. Ну и, конечно, ну что ж, схватка должна быть завершена. Здесь было глупость на совершении Бахтияр Карагул-Уулу. Попытался
справился. Чисто техническую победу одержал Усупов Саябай. Ну что ж, со счетом 12-0 во втором периоде досрочную победу одерживает Саякбай Усупов. Он становится чемпионом Кыргызской республики по вольной борьбе в весе до 86 килограммов. Бахтияр Карагулу становится серебряным призером, а бронзу чемпионата завоевали представители РОР Денисланбек Талайбек-Лугу и Калыс Шурамбетинов. Ну что ж, на этом наш выпуск завершен. Уважаемые телезрители, в ближайшее время мы покажем более подробный очерк об этом чемпионате. Оставайтесь на канале НТС, занимайтесь спортом. До свидания.